На торжественное открытие экспозиции состоялось сегодня. На вернисаже присутствовал Алексей Логвинов, и сейчас он поделится впечатлениями. Леша, что можешь рассказать об авторах? Экспозиция называется «Батик». Ее готовили почти год специально для показа в Сочи. И вот что рассказала Анна Лещенко. Давайте послушаем. Кто такой художник? Это творец, да? Это такой волшебник, который живет на самом деле в своем мире. И все, что есть у него внутри, да, все, что он на внутреннем уровне ощущает, все его переживания, он все всегда хочет, ну как, кому-нибудь излить, да. А художник просто изливает в случае родителей на шелк, да, в моем случае это шелк и холст. А сколько работ представлено? Дима, в Сочи украинские художники привезли 19 работ, выполненные.